Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы побываем в гостях у кубанчика. Топ-т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 оп. Привет, осики мои кабаносики! И тебе привет, кабанчик! Метнемся ко мне в хатку, чаи погоняем. Мы тщательно готовились к этому интервью, поэтому загуглили, какие вопросы нужно задавать кабанчикам. Что или кто является самой большой гордостью в вашей жизни? Фия! Это другой кабанчик! Ладно, мистер Кабан, расскажите о переносном или о своем судьбоносном событии. Я такой кубан, что у меня пока что ничего судьбоносного в жизни не было. Но я могу сказать, что было судьбоносного во Вселенной. Итак, я родился. Вот что судьбоносное случилось во Вселенной. А какие три книги вы бы посоветовали прочитать каждому человеку? Ну, интересный вопрос. Наверное, я посоветую классическую кабанчевскую классику. Ну, это «Кабанчики-путешественники», «История одного кабанчика», «Тоси-боси, решай вопросы» и «Каждый день мне всю лень». Тоже история про одного чудесного кабанчика. А теперь кабанчик. Как это вы там говорите, кабанчики? Давай по чесноку. Какой твой самый большой страх? Мой самый большой страх – это потерять свою барсеточку с деньгами для решения вопросиков. Где моя барсеточка? Нет! Итак, теперь последний вопрос. Мистер Кубан, какие ваши самые ближайшие планы на будущее? Попить с тараканчиком Жорой чаю. И, кстати, приглашаю на чаепитие.